Чкады. Уважаемые абитуриенты, ответы экзаменов выйдут 31 июля. Хурматли абитуриентлер, бюджетке топширган адамлар бормы? Хамма қолини кўтарсин. Зор, ҳаммалига омад тилайман. Application формани тўлдирганингизда pastda ikkita ячейка бўлган, тўғрими? Ким агар бюджетга кира олмаса, контрактни танлаган бўлса, pastda действительно мен тўлаймиман контрактни, агар бюджетга кира олмаган бўлса, шундай бюджетдан контрактга ўтади, агар жой қолса. Уважаемые абитуриенты, кто сдавал на бюджет? Ну, я понял, что все сдали на бюджет. Здесь в конце вашей формы там было две ячейки, где надо было отметить. Если вы не поступите на бюджет, если вы отметили то, что у вас есть средства, чтобы оплатить контракт, вы можете учиться на контракте, но если там останется место. Хамаге чунарлиму? Всем понятно? У кого какие вопросы есть? Кимде саволи бор? Как мне объяснили, получается, я сам работаю в университете Инха, есть такое, такой рейтинг, как GPA. Получается, 100 человек, которые будут находиться в топе по GPA, там, например, установят университет GPA, скажем, если я не знаю, какой у вас GPA, например, в университете Инха это 4,5. Например, вам могут установить 4,30. Например, у кого больше 4,30, тот может учиться на бюджете. Понятно? College of Medical, говорит он. College of Medical, не знаю, какая там у вас, как сказать. Наверное, у вас будет общее. Да. Вы вообще не читали, что ли, страничку? И все, там описание не дали. Секунду. У кого еще вопрос есть? Давайте начнем с девушек. Я вас спасибо за вопрос. Язык обучения у вас английский, все преподаватели у вас иностранцы, у всех есть степень доктор наук. Насчет диплома. Диплом будет котироваться как в Узбекистане, так и по всему миру. Соответственно, и в Корее тоже. Харе. Бринчи ил хозер бюджетке крадьон болле барку? Топ юстали. Бринчи семестр tekin o'qiydi. Mana shu birinchi semestr davomida yana yaxshi o'qib, ikkinchi semestrni topiga kirish kerak. Aytib o'tganimdek, GPA bor-ku, o'zi fiksatsiya bo'ladi. Например, byudjetda o'qish uchun, например, bizda 4,5 bo'lsa, sizlarda bilmayman, 5 bo'lsa, 4,5 dan baland bo'lsa, faqat byudjetda o'qa oladi degan nima qo'yish mumkin?
qilsa, chunki orientation day bo'ladi, hammaga tushuntiriladi. Tushuntirdimmi? Bu degani 6 yil davomida ham tekin o'qisangiz bo'ladi. Agar topga kirib yursangiz. Da, da. O'tolmasa kontrakt. Yo, bizani universitetda sal boshqacha sistemada. Спасибо за вопрос. Во-первых, в форме должны быть. Почему я вам объясню? На примере нашего университета, когда мы просим людей, абитуриентов, приходить без формы, они буквально принимают это все. Кто-то приходит в сланцах, кто-то приходит в шортах. Я думаю, для высшего учебного заведения есть своя форма. На один день, я думаю, ничего не произойдет, если одеть белую рубашку. Я не говорю о классических брюках. Вы можете одеть джинсы, то, что вам удобно. Только белая рубашка, что самое главное, что было. Почему? Объясню еще раз. Потому что будут снимать вас на видео. И когда у всех разная форма, это как-то некрасиво смотрится по ТВ. Это лично мое мнение. На ваш второй вопрос. Ручки вам предоставляет университет. В-третьих, вода у нас есть в кулере. Спокойно можете до экзаменов выпить, можете сходить в уборную. Есть еще какие-нибудь вопросы? Юстаса? Bu vabshe zo'r savol bo'ldi. Rahmat sizga shunaqa qayg'urishingiz uchun universitetni. Lekin bu universitetdan sizlarga yordamdi. Bu bitta faqat universitet uchun emas, bu O'zbekiston uchun-da. Kelajakda universitetni bitirib, yaxshi mutaxassis bo'lib O'zbekistonga hissangizni qo'shgan bo'lasiz-da. Shuning uchun biz bu AKF universiteti sizlarga yordam beryapti, moliyaviy yordam. Bormi savol? Университет будет располагаться, все, наверное, знают университет Турин. Вообще, АКФ университет уже начал строить свое здание, получается, сам университет. Он, надеюсь, на следующий год будет закончен, а пока обучение будет проходиться в университете Турин. Расписание, все это вам обязательно дадут. Насчет практики, практику, наверное, будете проходить как у нас в республиканских там операционных, не знаю, и как раз в Aqua Midline тоже можете спокойно проходить практику. Это вопрос, наверное, скорее всего, к администрации будет после того, как вы поступите. У кого еще вопросы? Ким до савал добар? У кого еще там? Уна. Саволнани ҳамма қараганмиди? Бе калькулятор керакми ка? А? Йўми? Менделеев, йўқ, бе калькулятор ҳам Менделеев нимаси ҳам керакми ка? Бўлди, ҳозир 1 дақиқа сўраб бераман.
Он говорит, ща он узнает. У кого еще какие вопросы? У кого еще вопрос? Экзамен, если вы обратили, если вообще заходили на сайт, у нас с 9 часов, ну, 2 часа будет экзамен у вас. С собой нужно принести только паспорт и ДТМ. Больше ничего не надо приносить с собой. Воду вашу не пропустят, ручку вашу не пропустят. Не советую приносить с собой шпаргалки, телефоны, сразу удаление. Я не думаю, что это того стоит. После стольких лет подготовки и вылететь так с экзамена – это самая плохая вещь. У кого еще вопрос? Work and travel. Университет не предоставляет никаких услуг по отправке абитуриентов за границу. У нас в Узбекистане есть особые компании, которые отправляют и на work and travel, и на языковые курсы, куда угодно. Вы обучаетесь в университете АКФА с сентября по, кажется, май. Вы где хотите, то и там и тратите. Ну, если вам так обещали, то вопрос к администрации, скорее всего, после того, как поступите. Там решение и ответ надо написать. Там не тесты. Нет, у вас в черновике достаточно места. Можете записать даже в черновике. Ответ выложить в чистовик и просто сказать, что пусть там напишите еще то, что проверь черновик и все. Там вас не будут сканировать, как в других университетах, они по одному будут проверять каждую работу, и черновик, соответственно, тоже будет проверяться. Я попрошу сделать так, чтобы вам было достаточно места, чтобы расписать это все. Я попрошу. Да, если вы обратили внимание, мы выложили подобные тесты, точно так же будут оцениваться. Там получается, если, скажем, предварительно 20 вопросов, первые там 5 вопросов по 3 балла, следующие 5 вопросов по 4 балла, по степени сложности вопроса балл увеличивается. Вопросы... Обучение, контроль только с корейской стороны. С узбекской стороны только организование экзаменов и все. Все будет проверяться в Корее. В Узбекистане ничего не остается. Да, да, дадут. Насчет общежития сейчас решается вопрос. Наверное, к началу года этот вопрос уже решится, потом вам выдадут контракты, кому нужно общежитие. Спасибо. Я думаю, только за правильный балл. Это за правильный ответ, не за решение. В Вестминстере, если я не ошибаюсь, да, там за решение тоже дают баллы. Не, у нас только за правильный ответ. Оценка IELTS нет, не влияет. Она показывает то, что вы действительно владеете языком и что вы действительно можете принимать все лекции на английском языке. Нет, разницы нету. Это, получается, будет влиять на самого студента, так как у кого 8-9, тот будет прекрасно понимать все. А кому 5,5, ему тяжеловато будет. Скорее всего, будет считаться за правильный ответ. Да, да.
получается, смотрите, многие задавались вопросом, почему математика очень тяжелая в университете АКФА. Были такие, когда мы бот открыли, там были такие вопросы. Вы где видели такую программу? По математике у нас в лицеях, в школах не проходят эти темы, например. И я вам скажу одну вещь. Да? Если по математике сделать легкие вопросы, там квадратное уравнение, биквадратное уравнение, получается, есть категории студентов, которые за счет какого-то предмета могут выйти, но только не в университете АКФА. Получается, у каждого 100 баллов... Сейчас, минутку спрошу. Мой коллега утверждает, что для каждого предмета по 100 баллов дается. В итоге 300 баллов, он говорит. Получается, да, я понял ваш вопрос. Вы говорите, покроет ли баллы математики и баллы химии? Может покрыть. Да, да, там общий балл считается. Таблицу Менделеева, кто спрашивал, утверждает, что она вам не пригодится. Давайте вопрос. У кого такая информация тоже? У кого еще такая информация? У всех, что ли? Он не информирован, правильно вы говорите, то, что на сайте 40-40-20, математика 20 баллов только. У кого еще вопрос? Нет, там же есть вопросы, для каждого вопроса есть свои баллы. Да, секунду. Я вас уверяю, таких проблем не будет. Составят корректно все, все проверят, математики все. Какой вопрос? Вы про лимиты, что ли? Да, я сам проверял, я там посмотрел, там говорят, оценки есть. Не, не я составлял, я сам тоже открыл, просто мне интересно было. Мне задают вопрос, почему здесь так-то, почему здесь так-то. Там есть ошибки, я это признаю, но вопрос на экзамене будут корректно составлены. Если вопросы некорректно будут составлены, вы можете спокойно подать на апелляцию, и вам объяснят, что и да как. У вас есть тоже свои права. Вопросы? Excuse me, I don't hear you clearly. One second, I will give you mic.
можно. How will the marks be allocated in the exam? How will the marks be allocated in the exam? Because are we only allowed to give one-word answers in the boxes? What? Sorry, I cannot hear you. What did you say? How? Sorry, guys. Be allocated in the exam. So if we get one question wrong, does that mean all the marks are gone? I cannot give you the correct information. So I okay. need to ask about. So your question is like, if you get some like wrong on the sub question, then it will be wrong everything. So for example, you have 5-mark questions, 6-mark questions, mm-hmm. and first of all, do we only give 1-word answers, or can you write more than? Because the boxes are quite small. I think there's you can just write the only one answer, so it'll be fine. Okay, and so if you get one question wrong, so all your 5 marks and 6 marks are gone. So there won't be any small marks. There's some sub point, it okay. will be there. So if you get something wrong, then you get the cut on the so those, working, yes, so yes. marks are working. Yes. Okay, got you. Thank you. Sorry, guys. У кого еще вопрос? Давайте. Калькуляторы не дадут вам. Нет. لبه در همه سوال لنه همه درسلی که لنه سوال لنه امتخان لنه امتخان جرایان نه پولنس کاریه تامان لنه کنترول کننه در همه درسلی لنه تکشرشیم همه رسه
У кого еще вопрос? Brain'de IELTS is neçe? Xato okumayız. Ma, uverim ma xato okumayız. Bu sama glavnoy yozsiz bo'ldi. Javobingiz to'g'ri qabul qilishadi. Вопросы, соответственно, естественно, составляются по узбекской системе. Они рассматривают полностью нашу программу. Точнее, рассмотрели нашу полностью программу. Что мы проходили по биологии, по химии, получается, по математике. Математика никогда не меняется. Получается, составляли, просто посмотрели 10, 11, 9 класс и просто составили. Матрицы проходят в третьем курсе лицея, я не знаю насчет колледжа, но в 11 классе тоже проходят. Это зависит от того, что в какой школе вы учились. Вот, например, я проходил на третьем курсе лицея и матрицу, и производные, лимиты, интегралы, все, криволинейную трапецию, все я проходил. Я не знаю, почему сейчас школьники, может, я не прав, то, что учителей по математике нету, но по программе, если вы посмотрите по программе, которую дала министерство, получается, там есть эти темы. Нет, матрица, начальные понятия есть. Видите, программа составлена по 10-11 классу. У кого еще вопрос? Давайте девушке вопрос дадим потом. Да. Перенес Олис. Chetel topshirgan talabalar ustlar bilan 200 tani ichiga kirmaydi, 200 tadan tashqari. O'shaning uchun ular bo'yicha xavotir olmasanglar bo'ladi. Qarang, bunaqa bo'ladi. Masalan, siz byudjet belgilagansiz. Eng yuqori 100 taga kirgan talaba byudjetga kiradi. Masalan, siz 101-chi bo'lib turibsiz. No kontraktni belgilagan bola birinchi bo'lib kontraktga kiradi. Kontraktda joy qolgan bo'lsagina, byudjetdagi bolani o'sha 101-sidan boshlab 102-sisi, 103-sisi va kontrakt pulini to'la olaman degan bolaga taklif qilinadi. Ha. 2 soat. O'tdi, biz 60 daqiqa deb yozmaganmiz-ku. Turusin, keyin ko'rsatib beraman. Qarang, 3ta fandan, ximiya, biologiya, matematikadan o'pshi 2 soat beriladi. Har bitta fanga 20 ta savol va har bitta fanga maksimum olishingiz mumkin ball 100 ball. Umuman universitetga kirish uchun kamida o'pshi hamma 3ta fandan kamida 50 ball olishingiz kerak. 50 balldan kam bo'lsa, avtomatom fail bo'ladi. Qarang. 6 yil o'qiysiz, 6 yil o'qiganingizdan keyin sizni hech kim hech qanday majburlamaydi. Agar siz yaxshi specialist bo'lsa, shunda ham talab olib ketishadi sizlarni. Bizda berilayotgan hamma standartlar xalqaro standartlar. Aytaylik, 6 yildan keyin bakalavrni bitirganingizdan keyin magistraturani xohlagan davlatingizga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Hamma narsa o'zingizga bog'liq. Xohlasangiz o'sha 6 yildan bitirib, o'sha vrach obshiy profili bo'lib terapevt bo'lib ishlaysizlar yoki keyinchalik o'sha magistraturaga kirib, uski specialnost olib, o'sha specialnost bo'yicha ketasizlar.
hech kim hech qanday yo'llanma bermaydi. Hozirgi kunda hamma universitetlar shunaqa ishlaydi. Siz yaxshi specialist bo'lsa, shunaqa ham odamlar kelib sizni talab olib ketishadi. Правильно. Вот еще раз объясню. Получается, система была специально так сделана, чтобы студент всегда развивался. В многих вузах, когда грант дается, дается на весь обучение. Но студенты перестают обучаться. Поэтому, чтобы у нас в университете такого не было, даже студент, если поступит в бюджет, если он перестанет учиться, он может попасть в контракт. Если он и в контракте будет плохо учиться, его просто отчислят. А студент, который поступил в контракт, если он будет хорошие показатели показывать, то он может перейти в бюджет, и со следующего семестра будет обучаться бесплатно. Итак, 6 лет. На каждый семестр 100 мест, бюджетных мест, на которые каждый студент будет бороться. Если вы учитесь хорошо, попадаете в топ-100, учитесь бесплатно. Это специально было сделано, чтобы студенты всегда развивались, у них была мотивация учиться лучше, чтобы учиться бесплатно, чтобы не было тяжело родителям. School of Medicine, да. У вас будет medical doctor. После окончания вы будете medical doctor. По всем специальностям, да. Потому что в течение 6 лет вас будет обучать все general. Потом уже в магистратуре вы выбираете то, что вам понравилось. Узкие специальности. Магистратуру мы открываем. Это только после 6 лет. Нет, смотрите, минимум 50, это чтобы вообще поступить в университет. Если, скажем, из всех, кто сидит, вообще 50 не наберется, в этом году университет не откроем. 50 набрать, это очень легко. Это есть такие вопросы, которые весят 6 баллов. Вы посчитайте, чтобы решить это. Каждый блок оценивается одинаково. Нет, а эта информация где была? Нет. Смотрите, получается, на каждый предмет дается максимум 100 баллов. И здесь общие 300. У вас нет разницы. И ответ такой, я вам скажу, как хинт. Если вы завтра, у вас сильная сторона математика, решайте математику. Не оставайтесь на те вопросы, которые вы не можете решить. Максимум надо стараться, чтобы ответить правильный вопрос. Вам будут даваться баллы на правильный вопрос. Если первый вопрос вам тяжело, переходите на второй вопрос, на третий вопрос, потому что у вас всего лишь 2 часа. Балл будет, процентамас. Унахамас, макатет на итоман, иштинг, узбитл на итоман. Харбитта фанге, 100 балл максимум береладе. Fanlar orasida bunisi balandroq, bunisi kamroq degan narsa yo'q. Hammasi bir xil. 100 ball, 100 ball, 100 ball. Maksimum olishingiz mumkin bo'lgan ball bu 300 ball. Eng yuqori 100 taga kirgan odam, o'sha eng yuqori bu 300 ball degani. Siz 300 ball olsangiz, birinchi o'rinda bo'lasiz. Keyingi bola 99. Ketdi shuna 2 3 4 5 6. Bu informatsiya yo'q. Men qaytadan aytaman, o'z veb-saytga kiradigan bo'lsangiz, o'tib bunaqa ma'lumot yo'q. Maksimum 100 ball bitta fan uchun deb berilgan. Maksimum olishingiz mumkin bo'lgan bu 300 ball. Maksimum. Minimum olishingiz kerak bo'lgan ball 50 ball. Obshiy fanlar uchun, universitetga kirish uchun. Общий 300 балл, да, 50 балл проходной более, да. Карелы, сілеге хозы ертеге бір бар, ушо, имтхон саваллары берілады, ушо, имтхон саваллары орқасыны чорнавек хабишта чилі мүнку. Савал тарапыды, жауап язылыген жауге, фақат жауап язасылы.
Qayotda matn yozish kerak emas. Sizlarning matningizlar tekshirilmaydi. To'g'ri yozilgan javobingizlar tekshiriladi. Savolingizni beringlar. Давай вопрос. В Корее вы не сможете обучаться, потому что там бакалавриат на корейском языке. Там вы можете только обучаться, продолжить обучение только на магистратуре. У них есть предметы, все на английском, только с магистратуры. Вот. Qarayli. Javoblar 31 iyulda chiqadi. Hamma narsa internet orqali. O'sha yerda sizlarga imtihon kunida berilgan savollarni qo'yamiz va to'g'ri javoblarni qo'yamiz va sizlarni baholarni qo'yamiz. Vopros bu касательно когда будет ответ. Ответы выйдут 31 июля через наш официальный веб-сайт. В тот день вы получите вопросы, которые вы решали в день экзамена и ответы, которые правильные, чтобы вы могли сравнить. Там будет только список всех студентов по ID, кто поступил, и те, которые не поступили, и их баллы, общие баллы. Если вдруг у вас какие-то вопросы будут, вы можете посмотреть вопросы и правильные ответы. Вы же сами решали, вы же сможете потом уже вспомнить, правильно ли вы решили или нет. И все вы сами можете суммировать и проверить, правильно вам ответ баллов поставили или нет. Да. Bu savolni berishda qaytarib o'tamiz. Ha, bu narsa spesialni qilingan. Birinchi semestr davomida yana qaytadan 16 haftalik o'qish davri bo'ladigan bo'lsa, 8-chi haftada sizlarda midterm bo'ladi, 16-chi haftada final exam bo'ladi. Shu imtihonlarni oxiridagi average bahosi shu GPA tizimi orqali yana keyingi semestr, 2-chi semestrga o'rinlar belgilanadi. 1-chi o'rindan boshlab 200-chi o'ringacha. Masalan, siz kontraktga kirdingiz, kontraktni belgilagansiz, kontraktni kirdingiz. Bir semestr davomida zo'r o'qidingiz-da, byudjetga o'tdingiz. Keyingi semestr byudjetga o'ta olasiz. Byudjet yomon o'qigan bola kontraktga o'tadi. Есть вопросы? Савалы бом? Это вы сейчас об этом не думаете. Зачем вам? Вы сейчас посчитать хотите процент того, что вы можете поступить или нет? Вам сейчас вот, надо думать только об экзамене, вот завтра прийти, хорошо сдать и поступить. Стипендия юг. Stipendiya masalasi bo'yicha mana shu scholarshipga kirasiz-ku, byudjetga o'tasiz. Mana shu sizga katta stipendiya. Да. Вот, да, смотрите, повторюсь, для всех поступивших, всех регистрировавшихся студентов и те, кто сейчас здесь сидят и внизу сидят, вариант один. Там нету варианта второго, третьего, четвертого. И от этого и вы будете рэнкинг получать. У всех одинаково по 20 вопросов. И первый вопрос, который у вас будет, и будет тот же самый вопрос у соседа, который будет слева или справа сидеть. Сейчас давайте... да. А? Йок. Сізге савол берілі отты. Босым ва хаджым бен язген деп. Ikkalasiga bermasangiz belgilanmaydi. Da. Mendeleyev berilmaydi, kalkulyator berilmaydi. Yo'q, hatto u narsa etilmagan berilishi kerak edi. Men qaytadan aytib o'taman. Hamma uchun variant bir xil, hamma uchun sharoit bir xil. Sizga Mendeleyev berib, ularga bermayotganimiz yo'q, hech kimga bermayapmiz. O'shanga eng yaxshi Bu sizni bilim darajangizni tekshirish uchun qilinyapti-yu, to'g'rimi? Yo, Mendeleyev men tushundim, bu yerda berilmaydi. Oldindan aytib qo'yamiz. Hech kimga berilmaydi. Bu degani hamma bir xil sharoitda. Siz yaxshi tayinlangan bo'lsangiz, siz kirasiz. Yoningizdagi yaxshi tayinlangan bo'lsa, ular kiradilar. Da.
universitetga ta'sir qilmaydi. Bu universitet ochilganida Vazirlar Mahkamasining qarori va prezidentimizning qarorlari bilan ochilgan. Bu 100% ijtimoiy loyiha, hamma narsa qilinayotgani o'sha davlat uchun qilinayapti. Bekordan bekor 100 ta joy ham berilayotgani yo'q. Boshqa vuzlarda masalan 100 ta joy berilmaydi. Yo'q, mana siz hozir 200 ta odam kirasizlar-ku. Mana shu birinchi kursda o'qigan 200 ta odam faqat 200 ta odam bilan keyingi yil uchun. Sizlar har doim 200 ta bo'lasizlar. Bu degani 50% ga 50%. Yaxshi o'qinglar, 100 talikka kiringlar, tekin o'qinglar. Не только Medline будет, там будут еще республиканские центры. Например, если у вас цикл будет урологии, скажем, республиканский урологический центр, там будет цикл гинекологии, цикл, по циклам будет. И мы будем использовать центр республиканский. Вот. Так, ну, у вас вопросов все равно много будет, и все по-разному, одинаковые вопросы задают, поэтому сейчас я полностью повторюсь на русском, на узбекском, после чего я вас отпущу. Завтра получается 8... Без опоздания обязательно сделайте завтрак, принесите с собой паспорт и регистрационную форму. Те, кто придут без паспорта и без регистрационной формы, мы их отправим назад. Без 10-9 – это последнее то, что мы можем пропустить студента. Если студент опоздал, мы его не пропускаем. Будет процесс то же самое. Вы приходите, по 5 человек заходит. Где вы сейчас сидите, в том же месте вы будете сидеть. Не надо там завтра какие-то вопросы задавать. Это было специально сделано, чтобы завтра у вас вопросов вообще не появлялось. В 9:00 мы начинаем, ровно в 11 мы заканчиваем. 20 вопросов на каждый предмет, 3 предмета. Максимум то, что вы можете набрать на предмет, 100 баллов. В общем, максимум 300 баллов. Чтобы проходной пройти, это 50 баллов, это минимум. Если вы набрали 49, вы автоматом получаете фейл. Ответы будут 31 июля. Все будет через веб-сайт. Вся информация будет в веб-сайте. Не надо звонить и спрашивать. Все будет у нас в онлайн-режиме. На узбекском. Ertaga xuddi shunaqa protsess bo'ladi. 8:00 da kelishinglar kerak. 5:00 da kirasizlar. Hozir qatta o'tirgan bo'lsangiz, o'sha joyda o'tirasizlar. 10:00 da oxirgi talaba qo'yib yuboriladi. Agar kech qoladigan bo'lsangiz, imtihonga qo'yilmaysizlar. Ertaga obязательно pasport bilan DTM qog'ozingiz bilan kelishingiz kerak. Original o'sha pasport va DTM qog'oz. Kimki ertaga esimdan chiqib qoldi desa, u imtihonga qo'yilmaydi. Bugungi kun qilingani sababi ham shu uchun qilingan, tushuntirish ishlarini olib borish uchun. Ertaga qo'shimcha savollar bo'lmasligi uchun. 9:00 da boshlanadi, 2 soat beriladi, ro'vno 11 da tugatamiz. Har bitta fan uchun 20 ta savol. Har bitta fanga maksimum olishingiz mumkin bo'lgan bu 100 ball. To'liq 300 ball bo'ladi. Minimalni olishingiz kerak bo'lgan ball bu 50 ball. Javoblar 31 iyulda chiqadi. Hammasi internet orqali, hech qayerga telefon qilib nima edi, qanaqa edi deb so'ramaysizlar. Hamma ma'lumot veb-saytda bo'ladi 31 iyul kuni. Keyin o'shandan keyin hamma ma'lumotni olishingiz bo'ladi. Hammaga omad tilayman. Всем желаю удачи. Спасибо. Shoshmasdan bitta-bittalab chiqib ketasizlar. Mayli. Chiqirsin.